Друзья, всем привет. Компенсатор. Вот я здесь, короче, нашел компенсатор у себя на участке и хочу рассказать про него, как он все-таки бывает полезный и какой бывает опасный. Для мастеров, для сантехников это очень хорошая вещь, потому что с помощью компенсатора можно собирать канализационные трубы прямо на месте. Не нужно там никаких дополнительных разборов, просто можно ставить компенсатор там, где это необходимо, и собрать канализационный стояк, либо лежак. Ну, в основном он используется на стояках. Но бывают такие моменты, где компенсатор установлен неправильно, и вследствие чего происходят затопы. У меня много происходило таких случаев. Я приезжал на переделки за другими мастерами, которые, устанавливая компенсатор неправильно, топили соседей. Один из случаев, который произошел на объекте, сейчас я вам покажу. Этот случай был совсем недавно. Заказчики вызвали меня, попросили приехать, чтобы посмотреть, что произошло. Потому что местный сантехник не смог найти причину. Ну и я уже, когда вскрыл стену, обнаружил то, что компенсатор был вытащен. Но как это можно было сделать, естественно, непонятно. Потому что его вытащить можно было только сверху. А сверху это соседей. У нас в самом помещении доступа к компенсатору этому нет. Компенсатор мы закрепили, трубу закрепили, следовательно, она никак не могла сыграть вниз, могла бы сыграть только наверх. Ну, это, соответственно, через соседей. Вот здесь крепление стоит, она вкручена в стену, и труба, она не ходит вверх-вниз. Компенсатор вытянули вот вместе с трубой прямо наверх. То есть там соседи, получается, что-то делали наверху, или кто там, не знаю, и вытянули компенсатор из раструба. И потом, получается, вот топило здесь. Вот. Сейчас, если мы ее потянем вниз, там у соседей может вылезти из трубы. Поэтому нужно, чтобы и соседи там тоже смотрели. Вот видишь, свежий след, да? Вот пыль, старый след. Вот чистый. Видно, да? То есть ее недавно вот выдернули из трубы. Вот и все. Сейчас будем пробовать как-то его вернуть на место. А здесь вот, смотри, здесь вот нет ухода, то, что он ходил. Здесь вот даже он фиксировали как-то ее. Ну, это еще до нас было. Мы ее выкрутили. Все. Поэтому, когда вы ставите вот такой вот компенсатор, всегда будьте готовы к тому, что в неправильном монтаже он может с вами сыграть очень плохую шутку. Можете просто затопить соседей. Также при демонтаже на одном объекте у нас случилось так, то что край канализации был прямо вот на вот этой вот грани. И оттуда тоже потихонечку вытекала водичка. Ну и если бы не происходил ремонт, возможно бы в будущем соседи, то есть заказчики, затопили бы своих соседей, которые снизу. И это привело бы к очень печальным последствиям. Поэтому, когда вы устанавливаете вот такие компенсаторы, всегда зафиксируйте их правильно, и у вас все будет хорошо. На этом у меня все. Надеюсь, было полезно. Лайк, подписка и коммент. Всем добра!